небольшое кино, как происходит. Это вот как бы я сейчас объяснил саму суть работы коучинга. И хочу сейчас показать буквально трехминутное кино про то, мультяшное, как, про то, как работает дополнительно. Этот человек пришел к коучу, в кепочке это коуч, и говорит: в общем-то, у меня как бы проблема. Был у меня путь, шел я по направлению к своему результату, и тут у меня возникла проблема. Я не знаю, что и как делать. Говорит коуч, отлично. Давай заключать контракт. И заключается контракт. Коучинговый контракт на решение. Стадия вторая. Визуализация. И первое, что говорит коуч, это символизирует инструменты коучинга. Он предлагает ему посмотреть, а где тот самый результат, тот самый наилучший результат, где тот самый ты, достигший этого наилучшего результата. И после того, как человек осознает свой наилучший результат, коуч помогает ему простроить план. Вот тот самый план по достижению этого результата. Коуч, у него есть инструменты для выстраивания этого плана. И идущий к цели делает план. Пункт четвертый – путешествие. То есть план. И у коуча есть инструменты, с помощью которых коуч поддерживает идущего к цели, и тот достигает своего результата. Но коуч еще вдохновляет. Он говорит, а где тот самый наилучший результат, еще больший, которого ты мог бы и хотел бы достичь? И помогает увидеть этот еще более лучший результат, больший. И дает инструменты. Идущий к цели, используя инструменты выстраивания по пути, происходит засада. Но на это у коуча есть инструменты по поддержке происходящей засады. После осмысления, переосмысления мы усиливаем план. Лестница символизирует план путешествия по достижению наилучшего результата. Мы усиливаем план, и после усиления идущий к цели. Вау! Вот оно. То самое, что я хотел. И он достигает. И оказывается на той стороне изначальной проблемы. Контракт выполнен. Стадия пятая. Успех. И он впереди. Продолжение следует.